119 долгостроев сдадут в этом году на Кубани. Об этом на пресс-конференции в Краснодаре рассказал первозаместитель главы региона Андрей Алексеенко. Только за 2019 год свои долгожданные квартиры получили более 10 тысяч человек. В первые месяцы 2020-го уже введено в эксплуатацию 11 проблемных объектов. Под строгим надзором краевых властей ведется работа и с действующими компаниями. И, как показывает практика, количество недостроев становится существенно меньше. Работа идет, она достаточно оперативна, причем вот такие замечания или такие нарушения, они кратно уменьшились по застройщикам, уже они стали намного грамотнее. Здесь нельзя говорить, что там есть определенный умысел, это в основном финансовая безграмотность многих, да, и на сегодняшний день вот мы уже видим, что таких нарушений стало значительно меньше. Всего в реестре долгостроев в нашем регионе числится 275 зданий. Полностью решить вопрос с замороженным жильем планируется к 2023 году. Напомню, минувшей осенью на Кубани создали региональный фонд защиты участников долевого строительства. С его помощью до конца этого года планируют завершить работы на 8 объектах.